Всегда мечтал такой приобрести. Простите, но я вас разочарую. Его владельца так и не нашли. Уверен, я бы смог договориться. Вчера в нем проезжая, видел свет. Наверное, вам просто показалось, там не живет никто уж много лет. И слухи ходят, мертв давно хозяин. Я не советую вам в это дело лезть. Поверьте, я далек от суеверий. Извозчик, высади вот здесь. Отсюда дальше сам смогу дойти. Народ, я знаю, сказки сочиняет о призраке, что там живет. Внутри! И снова этот странный шум он слышен был из-за двери, которая, похоже, век закрыта. Мне показался странным он, и вид как будто обречен. Седых волос пустая прядь, ее скрывает капюшон. Смертельно голоса лишен. Ключа, но он исчезнул без следа, когда к нему я снова обратился. Невежда лишь подумал я, но, впрочем, это ерунда. Я завтра разберусь сейчас, нет смысла. Но лишь я закрывал глаза, доносился, словно там за нею явно кто-то ищет выход. И слов почти не разобрать, ее придется мне ломать. Какого черта, что же тут творится? Ту ночь неосторожная навлек проклятье на себя. Дрожал, а я все дальше вглубь шагал. Эй, кто здесь? Я прошу вас, отзовитесь. Скрипка качалась там петля, вниз свою голову склоня. Повешен был скелет весь.